Это монофонические аппараты серии «Сатурн». За 9 лет с начала выпуска значительно улучшилась производственная база. Детали изготавливают на станках с программным управлением, в цехе действует 11 конвейерных и поточных линий. Рост технического уровня создал предпосылки для выпуска аппаратов в стереофоническом варианте. Заводские конструкторы завершили разработку, провели испытания нового магнитофона «Сатурн-202 стерео». Он обеспечивает хорошее качество звучания, легок в управлении. Впервые в аппаратах второго класса применяется система шумопонижения. Она фильтрует звук, исключает помехи. У новинки есть еще ряд достоинств. «Сатурн-202 стерео» снабжен дистанционным пультом, что дает возможность управлять им с расстояния в 7 метров. Можно использовать магнитофон в комплекте с наушниками. Если не прерывать ход автостопом, одна кассета будет звучать 3,5 часа. По окончании ленты она останавливается, срабатывает реле времени, и аппарат сам отключается от сети.